что, канал «Вариант» уже 15 лет. Вы знаете, это почти рекорд для рынка современных медиа, потому что многие не выдерживают острой конкурентной борьбы, а вы ее выдерживаете. И вы стали настоящим городским телевидением. Больше того, вы давно уже перешагнули через границы города Владимира. И вот такое, ну, региональное телевидение, потому что вас смотрят, я знаю, не только во Владимире, но и в других больших и малых городах Владимирской области. Это с одной стороны. А с другой стороны, я в свое время тоже там отдал какую-то часть своей жизни работе на телевидении, и до сих пор никак не могу понять, потому что есть какие-то там взаимоисключающие определения насчет телевидения как такового, как индустрии, как бизнеса, как такого очень важного рода журналистской деятельности. Некоторые говорят, что телевидение – это лучшее снотворное, которое можно включить в розетку. А другие говорят с точностью наоборот. Я не помню где, а это уж точно фраза принадлежит какому-то умному парню, о том, что телевидение очень часто интереснее, чем люди. Знаете почему? Отвечал он. Потому что иначе в углах наших комнат стояли бы неизвестные персонажи, а не телевизионные приемники. В общем, иными словами, есть, конечно, там сверхзадачи у любого телевидения, особенно у новостных каналов, а вы один из ярких новостных каналов, рассказывать как можно больше правды, показывая там объективную картину дня. Вот. Есть и другие задачи, там задачи идеологического, пропагандистского свойства. Вот мне очень нравится, что канал «Вариант» сначала думает о зрителе, а затем о каких-то сверхзадачах.